Ё-моё, все упало. Но мы все поймали. Приветики все. Приветики пистолетики. Я пью черничный смузи. Это не вода с углем смазана, нет, это черничный смузи. Привет. В аэропорту. Следующего рейса. Здравствуйте. Как дела? Прекрасно. В аэропорту. Дома Дедова. Пока нет. Белорус из Беларуси. А просто звонками уже есть видосы. Но сейчас я домонтирую их. Мне не понравился монтаж. Видос должен был выйти уже вчера. Мне монтаж не понравился, и я попросил, чтобы перемонтировали. Так и не скажу, куда лечу. Но вылетаю. Я из Минска уже прилетел в Москву, сейчас в Москве. Спасибо. Это секс. Спасибо. Сейчас уже в Москве и вылетаю дальше. По маршруту. Пока секрет. Хорошо. Спасибо. Новый трек. Скорее всего, будет не новый трек, а новый альбом. Мы вот готовим его сейчас. Ставрополь. Готовим новый альбом. Привет. Что там у нас есть? Есть чемодан. Чемодан. Ух ты, жесть. Сейчас, и еще выражение прикольное. Короче. Собрался. Ну куда ты собрался? Куда-то собрался. Хотеть пока не планирую. Не с кем отношения строить. Красавчик, да, Евровидение смотрели? Ну, я смотрел вчера. Специально посмотрел Евровидение, посмотрел, как выступил Лазарев. Ну, там вообще нереально было не дать ему какое-то призовое место, потому что номер сумасшедший поставлен, очень круто. С этими телевизорами, блин, он прям молодец, они подготовились. Алтайский край, был в Алтайском крае, кстати, очень понравилось там. Так вот, вернемся в Валера Слингина, да мне плевать вообще. Лазарев молодец, вот правда, хороший номер был. Зены, конечно, качало, но что поделать. Человек смотрит, жесть, молодо, что у тебя? Нет брата дубликата, у меня есть брат родной, он, слава богу, не дубликат. Цвета Лазарев далеко, я вообще не стремлюсь быть как Лазарев, далеко, мне не надо это, абсолютно. Я попсовую оперу не собираюсь петь, не собирался. 351 служил, да, это давно. За ноги в женских каблуках. Может, это мои. Привет, Тули, лучший. Ты крутой, голос бомба, приезжай в Волгоград. Пригласят? Приеду. Любимый, я пельмешки налепил, жду тебя дома. Приезжай скорее. Песня новая, когда? В Тимир. Действительно, мне что-то в Голливуде. Песня очень крутая, удачи, творчество. Спасибо. Возможно, попасть на проект. Ну, проходите кастинг, попадайте, ничего сложного. Какая песня сегодня? Ну, победитель понравился, конечно, серьезная песня. 100% серьезная песня. Там вариантов ноль тоже. Я сразу понял, что это первое место.
только первый раз услышал. Воронков, да. Очки поменяю, сейчас в Дубай доеду, поменяю. Хотя, блин, я не столько много зарабатываю, чтобы очки менять так часто за такую стоимость. Чуть тяжело пройти кастинг, не знаю. Попенчук, скучаешь. А мы с ней нет времени скучать, мы с ней переписываемся почти каждый день. Не знаю, где ты проходишь. Привет. На Сейшелы. Бородатый писю. Привет, Хабаровский край. Мечтаешь быть на Дальнем Востоке? Это честно. Слушай, ну я скоро поеду туда. Исполнялось и до Евровидения, поэтому разбирательство. Слышал? Не, не слышал. Ну, мне кажется, это хайп, как всегда. Какой-то галимый придуманный, чтобы вокруг этого всего еще пошумели. Все. Я в Польше живу, люблю красный цвет, да, наушники красного цвета, на зарядочке стоят. Красный цвет, цвет настроения красный, не знаю, как получилось, так у меня все красное, машина красная, все красное. Ростов-на-Дону приезжай, с удовольствием приеду. Жизни классный парень, не такой чудик на проекте. Ну, прийти. Ну, блин, есть кастинг, пробуйте, проходите. Если пройдете, то все, может быть. Реальной жизни, реальной жизни. Сложно, я не знаю, какой я надумываю для вас. Не знаю, каким я рисую для вас в ваших головах. Вы уже свой музыкант. Хорошо, спасибо. Кстати, мы снимали влог с гастрольного тура, и совсем скоро влог тоже появится в сети, плюс впереди еще новый альбом. Я его очень хочу сделать, выделить себе недельку. Вот. И выделить себе недельку, может полторы, и написать новый альбом. Музыкальный, целый, полноценный альбомчик. Новопавловск. Женщина должна быть женственной. Привет мне передай, передаю привет. Витебск, солнечный привет. Приезжай в Просто. Просто тоже приеду. Все, мои хорошие. Завершаю эфир. Все, пока.